Да не, не, там оно на милишное, если сменится, то все, рестарт нахуй. Блять, а как тут прыгать? Блять! А как прыгать-то? А на райт-клик какой-нибудь условно ты не можешь прыгать? Не, могу. Ты как-то прыгнул. А, кстати, тут по дефолту ходить-то правой кнопкой. А, ну, слушай, да не так уж и трудно, блядь. А вот прыгать как? Я на хард не могу зайти здесь. С пробелом. Не, ну вот, ну типа, зайти на хард можешь, тебе же нужно только лоин пройти, типа. Ты же вывод. Я не могу зайти на хард, я умру. Если я не прыгаю. Не, ну зайди-то, блядь, с этим. На хард-то зайти. А, окей. Зайди на хард. Типа, да, тебе нужно уровень пройти, а не выбрать уровень сложности. Все. Да. Так. Все, let's go. А, нельзя брать! Блять, умер! Да, все, рестарт. Ты таймер-то завел? Да какая разница? Да короче, да, в 10 вечера ты должен быть здание. А вот. Пиздец, нахуй. Вот это хард нищий. Так, надо слева их обходить. Так, может, есть смысл собак отстреливать или они типа нет? Не ваншотают. А, ну есть смысл. Типа, тебе ж только это. Нельзя все патроны потратить. Остальное тебе. Да. Ну, тебе... Понял. Так, хорошо. Че ты понял, Глеб? Патроны же я могу брать? Да. Ой, так... Да, ну, чтобы я не просто не потратил. Кроме твоей аптечки. Главное, чтобы я не кончил. Ты челлендж плей. Он проходит только мышкой. На харде без худа. Потом ты считаешь? Ну, это... Зачем? За снег больше падает. Блин. Блять, блять, ребята, блять, снежный снег. Ты назад не можешь бежать. Да, блять, назад, короче, надо разворачиваться. Слушай, иногда это может быть спасение. Блядь, там еще человек? Только одна птичка. Да ладно, это не так сложно, на самом деле. Мне. Только одна птичка, вот это. Блядь, назад, как идти? Развернись, ты ж сам говори. Так, у меня мало хп, судя по звуку. Кто-то сверху сейчас. Во, уже научился. Это. Ты че, дупы ебут? Это теперь хоррор, короче, я понял. Resident Evil. Бля, там чел. Играю мышкой. Ты пока разворачивался на него, тебе второй выйдет. Да. Бля, слушай, мне кажется, что я спидранил, у тебя лучше получалось. Да он там хп побольше мало что. У тебя работает. А сверху, блядь, сейчас. Да. Надо сразу за угол зайти. Да, нужно сразу. Это очень много. Какие быстрые раны? 35 секунд всего. У тебя 60 попыток. О, RNG manipulation. Нормально, по-моему, всего 3 хита получил. Да, вот, но получал.
гады Шелс. Ты откуда взялась? Секретный армор, нахуй. Что, армор, я понял, это закон не запрещен. Понял. И мне кажется, это есть ключ к челленджу. Че? Мне кажется, это есть ключ к челленджу, потому что я не смотрел сейчас. Надо убивать! Ой, наполучал. Оценилаем. Там чел с мостом не справился. Да там, блядь, вообще-то лут. Фига чиз пошел. Да слушай, на войне все слышно. Блядь, что я... Это проспект. You got shells. Спидран. Да, это хорошо было. Думаю, аптечку уже не дали. Да, вот. Нельзя взять, да? Да, в этом, кстати, говорили, что типа что, да, очень жонглировать придется нахуй вокруг них. Все? Жесть. Тебе легко. Молодец. Лицей.